Быстрые волны, бодрящий ветер, спокойный, уверенный ход, яркие эмоции на берегу, аплодисменты, фото на память, легкие маневры, поворот, умелое управление парусами, четкие команды капитана Сергея Щербакова, остановка, пересадка в катер, вояж на берег, первый комментарий. Такого, в общем-то, по масштабу, по объему. Ну и мыса Горн не было, южного полушария у нас, ну мы немножко заходили туда за экватор, но до Антарктиды не доходили, а тут 200 лет, это здорово. Торжественное построение, напутственные слова, поддержка амичей. Костяк экипажа – опытные яхтсмены. Четверо будут находиться на судне бессменно, остальные по очереди. Всего о своем желании участвовать в кругосветке заявили 120 человек из разных городов России. Из них отобрали 25. Амич Дмитрий Луцев занимается парусным спортом несколько лет, присоединится к экспедиции на территории Чили. Для меня это большой шанс перенять именно громадный опыт капитана Сергея Борисовича и старшего помощника Владимира Ивановича, которые они, собственно, через всю жизнь пронесли. А для нас это сейчас, для молодого поколения, это большая возможность к этому приобщиться и понять, что такое вообще парусные экспедиции, что такое море настоящее. Масштаб экспедиции впечатляет. Она состоится благодаря президентскому гранту. За 15 месяцев путешествия судно побывает в водах Финляндии, Франции, Чили, США, Японии. Почти полностью повторит поход знаменитых российских мореплавателей Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, открывших Антарктиду в январе 1820 года. По пути к ледовому континенту яхта «Сибирь» будет пересекаться с другими парусниками, вести как совместные, так и специальные научные исследования – и выполнять задания российской науки и русского географического общества. Они, конечно, привезут нам много материалов. Они будут перед нами выступать. Я надеюсь, что будут репортажи оттуда. Мы будем следить и делать копилку и нашим омским ребятишкам показывать, на что способны те, на ком держится Сибирь. Долгожданный момент, выстрел из пушки, радостные эмоции. Яхта двинулась в путь вверх по Иртышу. Впереди 1000 миль морского пути, а в Омске яхта «Сибирь» возвратится в октябре 2020 года. И тем же северным морским путем, но только с востока, через Берингов пролив. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7.